привет, Литутуб, солнечная Турция на проводе. Шли с Оксаной уже домой. Она говорит, блин, сегодня аж базар. Это помните, куда мы ходили с Татьяной Дмитриевной? Я говорю, давай, у меня есть деньги, хотя мне надо снять деньги. Говорю, это давай купим картошки, на что там хватит. У меня там буквально, не знаю, 150 лир. Потому что мы сейчас с ней в город пойдем. Мне нужно в обменник. Вот. Базар, конечно, намного дешевле. Там виноград они берут по 200 лир, здесь виноград 40 лир. Сейчас я посмотрю, сколько у меня денег. Сколько картошка, сориентируй, девочки. 50 лир, 2 килограмма. 2 килограмма, все, хорошо. Кого? Соли. Давай, если хватит. Не могу, сумка вот эта, которую Бурак подарил, она такая неудобная, я не могу в ней найти. Мне казалось, у меня еще 50 лир должно было быть. Ни черта не могу найти. Надо сумку другую поменять, маленькую взять. Дети в этих масках. Все, пошли. По 80 лир килограмм, да? Просто ты даже не чистила, просто промыла и все, да? Вкуснее, потому что я когда ее чищу, она не стала. Потом она стоит минимум 10 часов. В холодильнике, да? Да, потом ее чистишь голову. Ну, все понятно. А, ты потом, ну, завтра покажем. Уже, да, хорошо. Дай мне еще соль чуть-чуть. Боже, она вообще как кинуть. Конь. Да. Еще. Давай, сыпь. Хозяйственная, молодец. Мы попали в такой, как будто прямо, знаете, американский фильм. Сейчас будут убивать кого-то. Покажи, как сделала я трусики. Это я обшивала, и вот это вот я обшивала. Повернись, пожалуйста, передом. И вот это вот все я. Ну, конечно, и вот это тоже я пришивала. Красиво смотрится. Фигура шикарная, Оксана, комплименты. Кошаками воняет, капец. Хорошо, нормально, поправиться всегда успеешь. Вот даже Пизанская, ой, Пизанская, Эйфелева башня. Боже, такой прям раритет, прям вообще. Ой, ой, осел и верблюд. Боже, а это кто? И баран. Это не верблюд, это ослик. Вот верблюд. А это вообще какой-то барашка. Попугай. Какой-то любитель игрушек тут. Кошаками, да, зона? Ну, да. Здесь кто-то висит. Кто это висит? Ой, мне прям нравится такое. Не трогай как руками, господи. Ну что, ногами? Не, вообще не трогай здесь ничего. И Ксюха говорит, интересно, этот диван тут перевидел, да? Ну, бутылка шикардос. Я в Инстаграм засняла, там сейчас в Инстаграме, наверное, все умрут. Это апероль же, наверное, или что? Я говорю, Ксюха, интересно, можно тут заснять? Я говорю, такое прикольное заведение. Блин, вообще. Заведение офис. Ну, офис. Я имею. Смотри, видишь, человек с плохим зрением. Симпатично, красивая дама. Повернись. Кстати, в этом что-то есть. А ну вот эту один красивую. В этой красивой, вот в той красиво. Взяла все этот весь грибок, пособирала. Это супер. Не, супер. Вот, наверное, несет сок. Я же на антибиотиках, девочки. Не надо, хорошо, все, не надо, да. Все, не это. Не мешкуйся, мешкуйся. Все, закрываю я. Вот так немножко, а потом поднимешь пальчиком. Нормально, идем, Ксюха, блядь. Потом бросишь в зал ее. Не, потом перевернешь, будешь башиш собирать. Нет, посмотри видео, как она тебе. Вот так перевернешь, башиш будешь собирать.
уверенная в себе. Главное, улыбайся. Красивый рот – залог успеха. Я пойду интернет поймаю. Села в такси. Это капец. Я опаздываю. Ну ладно, что опаздываю. У меня целый день сегодня на нервах. Я так нервничаю. Я так хочу кому-то больно ударить, блядь. Это просто какой-то капец. Что, почему я тут стою? Мне садиться можно? Да? Билет в салон, аж расплакалась. 375 лир. Только сюда доехать. Я, блядь, в шоке вообще, блядь. Я так расстроилась. Вы видите, у меня немножко здесь опухшая еще. Я там, блин, расстроилась. Подвел меня с машины. Должен был Бурак привезти. Блядь, звоню, говорю, ты проснулся? Говорит, да, я на работе. Говорит, сбрось мне, куда тебе в госпиталь везти? Ну, он думал, сегодня у меня к зубному. Я говорю, мне сегодня на волосы. Сбрось, типа, ну, типа, сколько такси сейчас, типа. Я не поняла, что он такси мне ко мне пришлет и меня на такси отвезут. И я же, блядь, типа, с характером, типа, да пофиг, все, пошел нафиг, типа. Ты что не мог сказать раньше? Блядь, 375, я вообще, блядь, в шоке. Вообще, у меня, наверное, месячные будут, у меня нервы уже третий день. Я хочу кого-то прям больно сильно ударить. Да, облысилая, но я сейчас я покажу Еве. А Ксюха говорит, что такие деньги, там 200 лир минимум. Какие 200? 375 взял. Еще какой-то мужик подсел на повороте. Села в одно такси, оно поломалось. Я пересела в другое, которое рядом стояло. Блядь, на повороте подсел какой-то мужик. Я подумала, на заднее сиденье. Вот это точно, что на переднее садиться не надо. Села на заднее сиденье какой-то мужик. Я думаю, все, сейчас он мне уколет какой-то там укол. Меня нахуй куда-то увезут, блин, и в рабство, в сексуальное отдадут. Кошмар. Я приехала к Евочке. Иваша, смотри, сколько мы с тобой сегодня будем булок гонять. А это вот моя красота. И ты знаешь, у меня, я только глянула, настроение сразу поднялось у меня. Прям моментально вообще. Какая я буду красивая. Я видела, зайчик. Ручки золотые. Я думаю, что ты говоришь, мне надо приготовить. Думаю, что готовить? Боже, это что такое? Твое? Ну, я поняла, но это люди... Вот такие будут. А, это как дреды. Это дреды. Это Боже, дреды. Какой кошмар, облезший кот. Да, ну, оно вот так будет. Вот золотые ручки у тебя. Так что мы пьем чаек сейчас. Это такой чаечек. А ты сахарок положила, да, Евочка? Это булка, по-моему, с картошкой я взяла. Это две пиццы вот таких больших. Но я же тебе говорю, мы прям вообще, у нас прям сегодня чаепития с тобой. Ой... Короче, Ева, сейчас тебе рассказываю. Потом при девочках посмотришь мои волосы, дашь оценку, повыпадали, они у меня не повыпадали. Потому что мне кажется, что они прям реже вот тут. Ну, на висках понятно, она тут, знаешь почему? Я вот так вот их тянула. И плюс еще вот эти первые косички африканские, которые она мне делала, она мне настолько сделала прям вот аккуратно, типа аккурейшн, что брала так, знаешь, как это на русском, тоненькие-тоненькие волосики брала. Ага, конечно, конечно, наши. Боже, какая красота. Там еще, а, вот он, две пиццы. Так, да, все. Давай себе тоже ем. Так, чтоб уже наелись и вперед контролирует. Правду говори, зайчик. До того, как ты ко мне пришла, здесь было немножко плоховато. Сейчас все прекрасно. Ежик, да? Да, был ежик. Сейчас смотри, никакого ежика нету, волосы отросли. Кожа в порядке, шикарная кожа. Угу. Молодец, что отдохнула. Да я прям конкретно отдохнула, слушай. Отдохнула, молодец. Да. Понимаешь, меня еще девочки спрашивают, говорят, что на голове? Я же не привык, я же так никогда не ходила с такой головой, потому что если блондин, то блондин. А я же им объясняю, что я не крашу, потому что если я плету косички, накрашены, они же все поотваливаются, понимаешь? Да, да. Они же у меня тонкие. А так они хотя бы, знаешь, натурейшнл. Нормально, да? А я подумала, что у меня полголовы вылезло. Нет? Все хорошо. Ну, оно что должно было выпасть, оно да, же не попалось. Да, я не скажу, что когда оно... Когда ты вычесываешь, соответственно, то, что выпало, оно вычесывалось. Ну, девочка, я тебя люблю, твои прекрасно. Золотые ручки. Ты видела, сколько комментариев за твои ручки тебе написали, зайчик? Ну, мы сейчас с тобой будем разговаривать. Угу. Долго. Боже, ты знаешь, меня сейчас трогает, потрогай меня еще. Меня же успокаивает. Потом я, наверное, приду к вам на ботекс. Сейчас я зубы, я же не знаю, с антибиотиком, наверное, ботекс нельзя вместе кого. Угу, потому что мне... И я, ты мне сказала, приходи в понедельник, да? А я все поперепутывала. Я думала, что мне в понедельник на зубы. Оказывается, на зубы мне второго, это получается среда. Ой, короче, блин, я тебе говорю, нервы, одни нервы. Расскажи, пожалуйста, что это? Я сейчас подготавливаю тебе сет. Угу. Я заканчиваю, чтобы мы его одели. Да, пушап косы. У основания будут более плотные, такие большие косы, чтобы перекрыть твои... пробелы. Угу.
Вот, а концы будут более такие тоненькие. А как оно будет вплетаться? Или опять будет у меня что, корсет? Нет, корсета не будет, будет точка. А что это такое? Ну, точка, как ты заплетала точечные косички, помнишь? Угу. Только тут точка будет большая. И за счет того, что она будет большая, у тебя не будет никакого дискомфорта. Угу, угу. Вот. Но все равно что-то новенькое, да? Носить можно 2-3 месяца. Да? Да? Так как я ношу, блин, я смотрю, я ношу меньше. И когда Наташа, тогда Наташа, когда тебе привет, если ты меня слышишь, она говорит, и я ношу 3,5. Я думаю, бля, как? Я ее готова просто выловить где-нибудь и снять там, где она находится. Да? Я сейчас... Наташа, вы знаете, что вам уже пора? Мы сейчас в Инстаграме ей это скажем, потому что на Ютубе она посмотрит через день, и в Инстаграме она сейчас да, сразу. Да, говорит, я знаю, ну я... Оно так хорошо, говорит. На ней нормально оно, кстати. Классно. И показываю, что тут прям колтуны такие. А, ну да, она что-то. Нам снимать вот эти колтуны вычесывать, да, это больше всего. Сложнее. Давай это самое, перекус, и потом начнем. За счет того, что тут пушап, видишь, он может, ну, перекрывает наши проборы. Мы можем его оставить, можем на него просто одеть, и отсюда будет, допустим, вот так. Как будет красивее, так и делать. Я думаю, с пушапом лучше будет материал, оно еще тоже же кудрявое, ага. Да, и будет красивее. Как ты скажешь, сколько мыть, как и те волосы? Все один... то же самое. Ну, летом приходилось все равно мыть чаще, потому что, во-первых, если ты работаешь, потеешь, плюс еще море, сама же понимаешь, да, воздух соленый приходилось. Но это будет удобнее, потому что не будет каркаса, у тебя будет каждая точка отдельно, и ты сможешь хорошо промыть, поняла? Мне то, вообще косички понравились больше в обиходе, потому что их легче за ними ухаживать. Да, да, их легче. И мне девочки и написали... У тебя тоже будет вот и косы, и немножко кудрей, чтобы это все красиво разбавить. А когда я буду завязывать хвост, у меня как... Ты, то есть у меня будет так, что будет... Кудри здесь, а да, а... У тебя будет везде кудри. Где ага. Кудри будут в основном, да, вот где самое легкое, да, то есть вот здесь, угу. Здесь, потому что будешь поднимать, угу. Тоже нам нужны. Здесь около окантовочки и в центре. Сзади нам... Нет, ну, нет, хвалили нет. Тебя мне девчонки, которые в Измире живут и смотрят мой Инстаграм. Хвалили, говорят, знают твое плетение, говорят, что вообще шикардос просто... Спасибо. Не-не-не, реально. Заново рассказывай, пришлось видео удалить. Иди заново, рассказывай, где вы были с мамой. Рассказывай с мамой, куда мы вы ходили. Мы с мамой были на тэквондо. Записались на тэквондо. Да, и Ника с мамой смотрели, как это я все била там в камеру, все она смотрела. Вот девочкам рассказывай, что там, тебя девочка ударила больно, да? Да, для начала она меня ударила где-то 2 раза. Мне было ты не держала больно. Подушку, да. Она отбила. Как вам да. Надо было прыгать? Покажи, как вам сказали. Ого! Ничего себе! Это слышишь? Это Маша Гели... Тэквондо! Тэквондо парк, понимаешь? Фуар. Фуар, да. Тэквондо. Джулия, скажи, что мама тебя отвела на секцию. Бинарным тэквондо. И покажи, а так они делали, смотри, Боря, покажи, как делали. Ай! Ну красивый, чё ты, блядь? Красивая. Что, йог видео? Нет? Дубан, скажи, красивый.